Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Солдат, Гусенек, Дэн, Хикстер, ОлТВ, Джози, Соняк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет, тусики. Антуас, ОлТВ. Всем привет. Чем нравится эта карта? Высокая, с лабиринтом в воздухе. И будем убегать от аниматроника, веселиться и угорать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Вы уже на высоте, все? Вы поднялись? Да. Молодцы. Так, я бегу со всей силы наверх. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вбавьте в наш дискорд, в нашем телеграме сейчас проходит розыгрыш карисмода. Так что любой может победить. Я вижу, да, тоже поднимается. Ссылки в описании. Я буду за Димой бегать, чтобы выиграть. А где ты сейчас? А, ты хочешь затащить? Ну, у меня очень хорошая чуечка. Ты же знаешь, что я уже наперед знаю, где кто будет бежать. Вот, смотри, он бежит. Беги! Есть! Класс! Молодец, солдатухин! Ой, я вспомнил, мне надо кое-куда. Куда, пасхать? Да, как ты угадал. Я уже тебя найду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кстати, с бенни-хопом у меня очень большое преимущество. Густенек. Оба, на привет. Отлично, здорово. Отлично, это очень стрёмно. А, я даже прыгать не могу, когда по лестнице. Я опять упал, да ё-моё. Я буду здесь стоять. Давай, 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 давай. А меня гусь... Нет! Ну нет, блин! Ну ё-моё, ну ничего. Блин, ну я хотел жить. Я поддался. Да мы поняли. Я вижу, там кто-то прыгает. Ну что, вы Саня? А вы что там друг друга на руках носите? Вы чё? Да. Эй, стоять, я вам говорю. Смотрите, сейчас мы сделаем так, чтобы они разбились. Пацаны, давайте, они наверху. Надо что... А, уже жопа, спустились. Так, короче, надо блокировать ступеньки. Я встану здесь. Я знаю, как их убить. Смотрите, ребята, они думают, что они самые умные. Нет. Ха-ха, стоять! А суперсила на правую кнопку мыши или обычно как ударять? Я уже забыл, как бить правильно. Не, вроде лево только. Лево, да? Правая только в спингбоне. Так, опережаем гусанька. Я знаю даже, что он надумал. Сейчас по ступенькам захочет наверх подняться. Есть! Упал! Еще один упал. Отлично. Что, все разбились? Да. Да. Гусанек. Я еще живой. А, ты еще живой? А где ты? Гусанёк знает. Гусанёк, ну скажи, где он? Ты же теперь уже один из нас теперь. Получается, Гусанёк, ты его носил на руках, и ты его, по сути, и убил. Не, он, кстати, он мог выжить. Он мог выжить, но он сам сорвался. А, молодец. Мне нравится ваша школа, молодцы. Убивай всех и себя тоже. Тебя учили, Зим. Да? Да. Моя школа самая лучшая. Конечно. О, кто стреляет? Вот он стреляет по нам. Быстрее, все за ним. Где он? Не знаю, но пули летели. А, граната пошла. А я в темноту не побегу, неудобно в темноте, там же ничего не видно. А у них в темноте по-любому, он сверху идет, наверное. Да не, в темноте, наверное. Признавайся, ты у них в темноте. Все, давайте, подлавливаем его. Где он? Нет! Эх! Вижу. Блин, а было бы классно, если бы я его перехватил на ступеньках. Это было бы очень круто. Так, давайте будем блокировать все входы. У меня такое ощущение, что он сорвется. Вот не знаю почему, мне кажется, он сам себя убьет. А где он? Я его не вижу. Я не знаю. Эй, Дэн! Я наверху. Ага, все, понял. Так, короче, надо блокировать ступеньки. Я бегу красиво туда. Я же псих, я должен всех сожрать. Блин, я так расстроился, что я не выжил, а так хотел победить. Да ну не расстраивайся, Дим, все очень. Ну еще будет второй раунд, ребят. Сейчас Дэна мы убиваем и выживаем еще разок. Только ну, теперь я точно буду хорошо играть. Так. Дэн. О, я вижу его, вот он. Где? Он на предпоследнем этаже вниз спустился. Вижу. Сейчас его убьют. Нет. А я вижу, упал вниз. О, вот кто он живой. Я вижу. Все, Денчик, мы тебя сожрали. Ну что, Дэн, хочешь начинать теперь ты? Давай. Ну, я тебя в тупик забежал. Все, поднимаемся все наверх, Дэн. Можешь начинать через 3 секунды. Стой. Пацаны, только я понимаю, все, это хорошо, только вы ж не стопорите меня, я тоже хочу выиграть. Вот, я здесь буду выживать. А, слышу, убежит. Здесь я выживу точно. Побежали все наверх. Гусенек своей гусячей жопой уже наверху.
Гусячья жопа вся наверху всегда, это... Вот аниматроник бежит, я вижу. Пока, ми что? Я когда Саня ловил, я один лайфхак узнал. И какой? Да, Санечек. А вот я не расскажу тебе. Ой, ночной режим нам не нужен. Ага, я вижу, он бежит. Не, он меня так не убьет. Поверь, мы тут будем очень долго бегать. Я бы на твоем месте рекомендовал бы тебе вверх бежать. Ой. Я его перепутал с игроком. Я думал, то за мной бегал игрок. Ну, он, короче, пацаны, вниз сорвался, все. Можем ждать его опять год. А где он? Я его не вижу. Вижу, бежит. Красавчик. Кстати, вот это хорошая тактика сверху упасть на игрока. Ну, немножко не сработало. Ладно, давайте наверх. И где? Он бежит за мной, пацаны. Посередине карты мы уже где-то по высоте, если брать. Ага. Он медленный. Не вижу вас. Ну, он нормальный. О, вижу. Санёк, тебе нормально? Да. О! Пацаны, он наверх бежит. Я его вижу, он снизу где? Меня. Он поднимается. Так. Вижу. Да, идет. Видим. Давайте еще выживать. Я его вижу. Сейчас он уже... Так, я тоже вверх бегу, пацаны. Я его потихоньку, но он где-то там вот. Да. Я думал, Дэн, ты самый умный. Я знал, что ты спрыгнешь на меня. Я это предвидел. Я еще думаю, по-любому он меня спалил и делал вид, что не увидел. Мне так не пойдет. Дима, ты почитал его как книгу открытую? Ну я, да, я просто так само бы как он поступил. Я знаешь, как увидел, что он не побежал вверх, а побежал, чтобы быть надо мной. И думаю, сейчас он по-любому спрыгнет. Но сама идея хорошая. Ну, реализовать ее было очень сложно. Так как опыт моей игры на одну минуту больше. Давайте. Он хотел меня опять обмануть, но у него не получилось. Дэн, у тебя не получится. Дим, ты его вообще не боишься? Я его боюсь на самом деле. Вы знаете, что это хитрожопа? Он может просто сверху спрыгнуть. Все, пацаны, Дэн, сейчас, кстати, ему очень легко будет сделать так, чтобы все поскидывались вниз, попадали. Правильно, лучше сюда бежать. Это хорошая тактика. Блин, ребят, это очень опасно. Сейчас буду жестко угорать, если он вниз упадет. Вниз упал! Ну, Дэн, ну ты же хорошо играл до этого момента. А где он? А он внизу самым. В самом низу? Да. Блин, это классно. Че, пацаны, у всех еще по 100 хп? Тоже умер. Да. У меня 40. Ни разу не упал еще. Кто-то упал. Гусаня! Гусаню! Я пожертвовал. Да ладно, ты случайно сорвался. Я тоже как ты орал, когда летел вниз. Вниз улетел. Так, ладно, раз Гусанек стал аниматроником, я считаю, что теперь надо немножко опасаться. Так их теперь двое, надо немножко аккуратнее играть. Мы с трое. Двое? Трое? Я понимаю, что Дэн, но Саня это страшно очень. Еще один упал! Ну, пацаны, ну не умирайте, ну вы же хорошие пацаны. Еще! Так, я его немножко подставил. Молодец. А, то ты из-за тебя он упал? Чуть-чуть из-за меня обстоятельства. Я не увидел аниматроника! Нет! Ёба! А кто меня убил? Это Дэн? Да, нет, я. Блин, то... Поддался, ну понимаете, да? Ну это поддаюсь я специально. Господи, страшно очень. Давайте поиграем в Спринт Бонни. Псих идиот. Так, пацаны, кто остался в живых? Я со мной три аниматроника на этаже, я упал. Меня на лаки убили, понятно. А что, всех убили? А вот! Не, я. Блин, я взял конченного аниматроника, я никогда в жизни им не убью его. Давайте этого возьмем, это очень быстрый. Тоже медленный кусок говна. Ладно, давайте уже проверенного годами возьмем. Ну все, шутки прочь. Ну блин. Сорвался? Да. Молодец. Так, и что, всех опять убили? Молодец. Ребята, третий, последний раунд. Каждый сам за себя. Сейчас мы выясним все-таки, кто же самый лучший аниматроник. Потому что, кто самый игрок, мы уже поняли, никто не самый лучший игрок. Никого нету.
Я помню, что в тех сериях я практически всегда выиграл, но в конце находился какой-то челепиздрик, который меня убивал. И так было всегда. О! На! Это ты меня убил! Да нет, это ты! Да хорош, что я мертвый! Блин, а, убили меня! У меня же голова зачухалась, я так хотел выиграть. Хорошо, буду наблюдать за другими. Все-таки интересно же. На. Так, я вижу один, бежит, красава Элла. А ходи, а вот я вижу здесь еще, ага, наказал. Блять. Так, в темноту, пацаны, давайте без темноты, потому что это нечестно. Сзади, сзади! Смотри, сзади! Ах ты, блин, еще чуть-чуть. Я болею за гусенька, я хочу, чтобы он выиграл. Промахнулись. Да вы... Блин, прикольно промахивается. На! Молодчик. Все. Ты был хорошим аниматроником до этого момента. Кто остался жив? А вот еще бегают двое. Где? Два аниматроника, так, наверху самом. Иду. А ты тоже аниматроник еще? Да. О, пацаны, еще один есть. Раз, два, три аниматроника. Беги, беги, они тебя убьют. Надо, короче, выхватывать, когда один бежит. Потому что ты когда включаешь анимацию, то другой аниматроник в это время может подойти и тебя тоже наказать. Ты за мной смотришь. Пацаны, давайте воевать. Чего вы бегаете друг друга? Вы же должны воевать. Вы чё? О! Я бегу. Есть! Нет, нет, давай дуэль, давай дуэль. Кто сейчас ко мне бежит? Кого я убиваю сейчас? Я готов. Давайте. Я сейчас же интересно, это Джози и Гусенёк, да, сейчас будет? Да. Ну давайте, я болею за гусенька, пацаны, вы за кого болеете? Есть! Красавелла! А третий может подойти в это время и убить другого, пока анимация срабатывает. Во-во-во, о чем я и говорил, ребята! Ич! Блин, вообще непонятно, кто из них проиграл, а кто выиграл. Я живой, я живой такой, я живой! Да как? Есть, убил, отлично! Нет. Хорошо, я отойду. Ну и что, осталось два аниматроника, теперь точно у нас сейчас будет дуэль. Кто живой остался? Я. И я. Три, два, один. Давайте, пацаны. Смотри, убегает опять. Да ну не убегай, ну не бойся, ты все равно умрешь. Так, стоять, я говорю, буду физга набрать, вы че убегаете? Стой, ладно, шучу. Так давайте воевать, вы че убегаете? Все равно проиграете, что так, что так. Есть, кто кого? Ну как? Гусанёк, молодчик! Молодец! Если понравилась эта серия, я поднял вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока!